Друзья, всем привет, с вами Квантум и Джохан, и добро пожаловать, это War Thunder. Сегодня мы поиграем на самолетах, кораблях и танках. Будет интересно, мы начинаем. Начинаем мы, конечно же, с самолетов, погнали. Поймем всех, уничтожим только друг друга, давай не будем уметь просто. Давай договоримся сразу, что мы играем как два адекватных человека. Хорошо, хорошо. Твое хорошо звучало не слишком хорошо, поэтому сделаю лишний кружок на всякий случай. Точки захватывать иди. Это ты был? Это был не я. Это был ты. Это был не я. Это был ты. Это был не я. Я не знаю, кто на кого ходит, я или ты, мне неинтересно. Мне кажется, у нас одна цель, блядь, друг друга ебануть, поэтому, в принципе, я могу просто вот так посидеть. Ладно, я полетел на задание. Не, как ты меня загоняешь? Я на задание лечу реально. Я да? Я с тобой, что-то надо лететь, конечно. А почему ты за мной лавируешь? Нет, нет, я не лавирую, я вот типа вижу точку, туда лечу. А, ты захватывай, да, точку летишь? Ну, вроде я тебе пока да, что нет. Верю. Ну, давай, мне я тогда помогу тебе. А ты куда делся? А! Стало страшно. А, тебе стало страшно, ты решил мне на хвост, да, сесть? Да, потому что так безопаснее. Разбери его, давай, лоб в лоб. Не-не, зачем лоб в лоб, я просто аккуратно разберусь. Он на земку нашу ложит. Кладет, на хвост ему сел? Сел на хвост. Ложит. Он, сука, быстрый. Кладет. Он удаляется. А почему ты быстрее меня? А можно мне с точку сведения? Аккуратно. Сбит! На нафиг! Сука, бля. Неплохо. Че, покатался? Неплохо. Иди домой покатайся. Да нет, ладно. Короче, надо наземную технику бомбить. Они... А, эти точки бомбардировщики должны раскладывать. Нам сюда вообще не надо. Все, отклинило. Смотри, раскладывай технику врагов наземную, и все, и мы будем побеждать просто. Все, изи, изи, таман-таман. Наземную? Да, почему я на правую кнопку не могу сводиться? У меня что, правая кнопка мыши не работает? Ну ладно, кажется, у меня проблемы. Джоха, на тебя там идут. В смысле, кто? Ты разбился? Нахуй ты напугал меня, я коснулся воды и умер, блядь. Ты мудак! Я не думал, я не думал. Иди в задницу, просто. Ничего ты не думал, блин. Меня я сбили, типа... опять просто, сознание потерял. Вот мудак. Ха. Бомбардировщик меня сбил, клево. Надо, короче, наземные точки разбивать, тут мерцающие красные, тогда мы будем победу одерживать. Чё ты, бля, не могу понять, пытаешься напугать. Иди наземную фигню убивай. Так ты же проиграешь. Я обычный истребитель. Ну и все, наземную убивай технику, а не пятую. Хорошо, вон наземный самолет, он низко летает. Он считается наземной техникой? Очень издалека подолби по нему, тут попаду. Не попадешь там 100%. Надо километр хотя бы дистанции. Поехали. Это бомбардировщик тупой, блин, какой-то. Критические повреждения, он очень литый. Очень литый. Только попробуй, педрила. Только попробуй, блядь. Только попробуй, сука. Сбит нафиг! Нет, это не он сбит, сука. Это ты нахуй сбит. Ты сам. А, это твой фраг был, педрила. Что ли? Это был мой фраг, сказал тебе. Да ладно тебе, сейчас новый тебе фраг сделаем. Мы пойдем технику наземную разложим. Боишься? Ладно, да кого ты, говорить? Друг мой, ты союзник? Мы в одном погодите, ангаре сидели хорошо, с тобой. Хорошо. Помнишь, как уже... мы с тобой? А ты говорил, не пидор, не пидор. Слышишь, сидеть в ангаре, ты еще не знаешь, что ты этот самый заднеприводный. Не хочу, блин. Вот видишь, техника наземная? Сбавляй ход, да, вижу, и вижу, открывай вижу, огонь вижу. По ней. Хорошо, хорошо. А, они вон, вперед. Давай по первому танку долбить. Давай. Убил его? Да. Лучший просто... А, все, мне жопа, поиграл. Еще и перезарядка. На! Столкновение самолетов. Я ценой своей жизни убил его. И мы выигрываем. Мы красавчики. Ой. Может быть. Но, в принципе, еще пару техник вражеских завалить, и мы одержим победу. Будет очень неплохо. Я только что нашел, как можно буститься. Охуеть. Как? Я тебе не расскажу. Ты офигел, что ли, блин? Мы же в одном ангаре сидели. Король колесики мышки. Ну, так я знаю про это, ты меня обманул. Убей, пожалуйста, сзади тебя самолет. Я пытаюсь, блядь. Если только меня убивать, мой... Сбил, красавчик. Я только мышки управляю, блядь, что я делаю? Спасибо. Минус крыло, минус все.
Они, понимаешь, они все втроем летели за мной. Ты такой кайфовал вообще. Ну, такой, я Джохан, мне пофиг. 4 километра, ну ему жопа, он там ловит. А вот он еще один идет, посмотри. На меня я тебя идет, прикрою сейчас. Плевать, мне похуй, мне похер. Сбили его, красавчики. Да? Лучи. 2.60. Куда ты уходишь, а? Да у меня скорости проблема какая-то. Миссия выполнена. А, все, я живой, я даже... Мы выиграли. Вот это было красиво. Нормально, нормально. Молодцы. Кстати, ссылки на игру будут в описании, и перейдя по ссылке, ты получаешь маленький, но приятный бонус в игре. Ну что, это танки. В танки играю я самостоятельно, офицер-танкист. Интересно, а я кто? У всех Т-34, пацаны, нифига мы модные, конечно. Еман нас много, пацаны, я вам хочу доложить. Очень-очень много. Понятно, молодцы. Сейчас просто такая стычка будет. Смотрите, сколько танков от нас едет, сколько танков сейчас от врагов будет. Спасибо. И сколько танков от врагов сейчас будет ехать. Сейчас такое будет мясо. Ну, примерно вот такое-то происходит. Здорово, здорово, пацаны. Точку Б захавали уже. Пойдем точку С заберем хотя бы. Ну, из-за нее уже война тоже пошла. Смотри, что делают, а? Техника уничтожена. Красиво это было. Только сейчас меня таким же лихим выстрелом могут нагнуть. Эту точку взять сложно. Т-26 там дежурит. Ушлепа. Ну, давай попробуем. Сейчас мне... Вот мне уже по кумполу летит. Экранирован Т-34. Здесь кто-нибудь есть? Ой-ой-ой-ой-ой, нифига меня налепило. У меня же бронь, мне вообще пофигу как бы. Фига, что он делает, посмотри. Просто дом прошивает насквозь. Как забрать точку С, пацаны? Есть идеи? Плевать на всех, езжу где хочу. М4, давай, братан. Ремонтируйте танк, 3 секунды, давайте, давайте, давайте. Фига ты там. А как пробить-то КВ-ху, мне интересно. Давай, пробиваю. Вообще даже не попал. Ща подберу, вот сюда перезаряжайся, главное, чтобы он не двигался. Давай, прям четненько выстрели. Не попал, надо чуть ниже брать, вот так вот. Сейчас, если меня не убьют, я завалю его, смотри. Его завалили. Точку С держим вроде бы. Огонь артиллерии. Ну, короче, никого, походу, не будет, поехали дальше. Вот за пацаном он однозначно что-то знает. Ага, он помочь хочет своему. Красава. Поеду точку Б, то есть Т-34. Иди-ка ты сюда. Техника уничтожена, неплохо было. Уходим. Сейчас за точку Б воюем, сейчас заберем ее. Застрял? Застрял? Заряжайся. Все, помогли. Просто он засейвил меня. Но я бы успел, думаю, перезарядиться. Экранирован Т-34, все, его тоже разобрали. Точку Б заберем, но это победа. Хитрожопый жук. Смотри, обходит, а? Давай, 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 только высунь свое днище, я тебя нафиг его пробью. Я знаю, куда стрелять. А, понятно, он покатался, поиграл, минус танк. Ну, все, это победа, в принципе. Фига мне пихнули. Ну, миссия выполнена, победа. Ну, а теперь мы переходим к кораблям. Погнали. О, я возьму для начала маленький юркий корабль, для того, чтобы захватить точку. А я возьму огромный корабль, буду, сука, мощным, сильным мужчиной в самом расцвете сил. Сейчас сдохнет первый, засекай. Я зачем его взял? У меня еще и торпед нет на нем. Сука. Да ты кто такой вообще, а? Видишь, какой большой, сексуальный, аппетитный. Ты себя видел маленький? Ты... А ну-ка остановись, дерьма кусок, я больше тебя. На, стоп-машина, полный назад. Меряйся, давай меряйся лодками, у кого лодка больше. У меня лодка больше. Лобка, лодка больше у меня. Стоп-машина. Чекай. У меня больше лодка. Стой. Притормаживай. Давай, сбавил. Они, сука, они абсолютно одинаковые. Кого? Чё ты гонишь? Вот нас носы поравнялись. Вот сейчас одинаково. Одинаковый размер, ты чё? У кого лодка больше, смотри, стой. Стоп, машина. Хорошо. Самый малый вперед.
Полный назад делай. 2000 years later. Они одинаковые, отъебись от меня. Короче, у меня корабль больше, иди нафиг. У нас одинаковый корабль. О, одинаковый это в нас корабль. Летит, видишь? У нас, сука, он абсолютно одинаковый. Абсолютно одинаковый. Бабуин, посмотри, корабль мой больше. У меня сейчас анал разорвется на 5 частей, блядь, и инсульт я словлю. Ты понимаешь, что они одинаковые? Они модельками одинаковые, они просто чуть разные в плане оснащения. Там торпеды сейчас жахнут меня просто из-за тебя, из-за того, что ты бабуин и не видишь, у меня корабль больше. Я плыву, я плыву. Ты идешь нафиг, а не плывешь. Я плыву, потому что я кусок дерьма. У тебя реально побольше. А, понял! Бабуин сейчас я сдохну, короче, клево, спасибо. А может быть нет, я просто, может, ракурс такой, вот хуй пойми, блядь, реально. Куда на точку С вообще надо, там в километре враг. И все, точки давай. Захватили, понимаешь? У нас точек нет больше. Там, походу, вся команда кораблями мерилась, как и мы с тобой. Да не я стреляю. Очнись. Там мышмобиль сидит за углом. А я по-своему стреляю. Я еще долбоеб, что ли? Мышмобиль? Мышмобиль нафиг. Мышлодка. Выгреби звездюлей. Помощь в уничтожении. Хорош. Уничтожение. И мне помощь. Откуда торпеды? Торпеды нафиг. Чтобы не поймай торпеду. Должен быть конченным, долбоеб. Что? Мы проигрываем, ну ладно, зато мы выяснили, что у меня корабль больше. И что, ни одна не попала? Ни один раз я попала. Тоже не попал. Вот ты прям мои мысли считаешь, я тоже ни раз не попал. Я прям бомблю, пытаюсь, я так стараюсь. Хорош, неплохо ему прилетело. И уничтожил! В меня торпеда идет, мне жопа. Нет, успел уйти, хорош. Какая торпеда? Да, где? Вон там. Видишь, вот прошла. Я не вижу. Вот это! Которая на тебя идет! Да, вот это! Торпеда, блядь! Да рули ты! Че ты говорил, какие надо быть лохом, чтобы торпеду поймать? Я разворачивался 8 лет! Маяк! И че, ни одна не попала? Техника уничтожена, еще одного уничтожил! А я. Давай, перед смертью еще одного захаваем. Перезаряжайся. Куда? На какое упреждение делать? Хочешь героем стать? Ну ладно. Двоих уничтожил хотя бы. Одну зону захватил. Не зря кораблем мерился. Атакуйте точку Б, блин. Да всем плевать на точку Б. Никто не хочет ее атаковать. Почему и варгов тоже не осталось. Давай, нахуй, давай! А мы проиграли. Мы там пацан даже не успеет доехать до точки Б. Они заехали на точку Б, смотри-ка. А плавучий корабля? Что? А все, мы проиграли, ладно. Есть проблема. Бывает. Есть проблема. Какая у нас проблема? У меня корабль тронет. Ну а, так воду высоси. Да, проблема. Там пососать воду можно. Миссия провальна, спасибо. Ну что же, на этом все. Это был War Thunder. С вами был Квантум и Джохан. Пиши в комментариях, как тебе игра. И напоминаю, ссылки на игру будут в описании. Всем пока и до скорых встреч.